Новые возможности в новом учебном году и все благодаря «Точке роста». Это пространство для развития технических и гуманитарных способностей у школьников. «Точки роста» создаются на базе учебных заведений в сельской местности и небольших городах. Такая точка появилась и в Чердаклинском районе. Что у нас проект направлен на развитие сельских школ. Конечно же, это повышение качества. Это новые возможности для ребят, независимо от того, где они учатся. В маленькой сельской школе, либо в городской школе. Это равные условия. И, соответственно, вот более 200 школ уже обновили свое содержание предметных областей, которые очень нужны при выборе дальнейшей профессии, которые влияют на сдачу выпускных экзаменов, на вступительные экзамены в те или иные профессионально-образовательные организации, как среднего профессионального образования, так и высшего образования. Свежий ремонт и современное оборудование открывает множество дверей перед чердаклинскими школьниками. «Точка роста» позволяет ребятам полноценно заниматься на уроках химии, физики, биологии, технологии, а также посещать дополнительные занятия после уроков. Частью лабораторий и приспособлений школьники уже успели познакомиться. Покажи нам, что может данный робот. Его можно запрограммировать определенным образом, чтобы, к примеру, он ездил по определенной линии. Стас показывает, как он просто ездит. Он, кроме того, начинен различным количеством датчиков. Арсений Коршунов готовится связать свою жизнь с робототехникой, поэтому больше всего ждал специальные конструкторы «Клик». Благодаря им можно собирать роботов по инструкции или воплощать свои смелые идеи в реальность. Также особенностью данных наборов является то, что при помощи специального программного обеспечения можно их самостоятельно программировать, то есть задавать какие-то перечень действий самостоятельно для робота, который ты сам собрал, и, собственно говоря, получать какой-то результат. Я считаю, что это очень интересные наборы. Очень хорошо, что у нас подобное открывается в школе. Кроме того, с появлением «Точки роста» и учителя смогли повысить свою квалификацию. Они обучились работать на новом оборудовании, познакомились с современными программами. В рамках этого проекта в нашу школу поступило новое оборудование. Это наборы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по физике и по химии, современные цифровые лаборатории по физиологии, а также наборы по робототехнике «Клик» современные и наборы ноутбуков. За период с 2019 года на территории региона созданы 230 точек роста в 23 районах области. В этом году образовательные центры открылись в начале сентября на базе 38 школ. В них на новом высокотехнологическом оборудовании будет обучаться более 22 тысяч школьников. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.